Вот куда мы зашли, это мое хозяйство, здесь Плотницкое. Все работы здесь ремонтные производим, окна, двери. Вот, кстати, сейчас и посмотрите, вот как я стеклю раму. С Рафаилом Алексеевичем Кашиным мы одно время были соседями по подъезду. Вот. Ну, я знаю его как человека трудолюбивого, крайне трудолюбивого, творческого. Он очень увлеченный, умеет очень много. С армии, когда пришел, он сразу стал заниматься детьми спортом, потому что сам, видимо, в свое время играл в футбол и занимался спортом. И с тех пор, как он этим начал заниматься, и так до сих пор ведет ребят. У него хоккейная команда, футбольная команда создана. У него просто золотые руки, я бы сказала, потому что вот не может он сидеть без дела, совершенно не может. Он всегда что-то строгает, пилит, колотит. И вот какие есть у нас формы, фигуры на нашей территории, в поселке, это все его рук дело. Он старается извлечь пользу из всего, что рядом вот лежит, валяется, и что-то там, пенек, дерево, там, колесо, железо, он все что-то вот придумывает и фантазирует, и практически вот получается какая-то сказка. Ну, я так само всю жизнь вроде бы с детьми, тренерские, на поприще тренера, общественное все. И много лет я с ними занимаюсь. Ой, хоккей у меня две команды детей, футбол две команды. И так массовое катание идет. И футбол тоже самое, также вот игра массовая. Все ходят. Кстати, у меня маленькие заняли в этот год первое место. Чемпионы города на золотую шайбу. Это очень даже приятно. Всю жизнь, мне кажется, сам когда-то спортсмен бывший, так вот, много лет отбегал, футбол 17 лет отыграл. А так хватает времени вот одновременно, да, и работать, и... Ну, а что делать? Это нагрузка на мышцы, нагрузочка идет, и хорошо, почему так и сохраняемся в этом возрасте.